мной. Ничего, любуюсь я тобой, какой ты друг прекрасный, Онегин, и больше мне не друг. Кто, зачем же ты руку жал? Шептал ей что-то, и разумела сказала, что, что? И послушай, это глупо, нас окружают. Что за дело мне, я поверен, и сатисфакция требую. Пускай безумец я, но вы, вы бесчестный соблазнитель. Yes,